Привет, друзья и гости моего канала Мукбанг. Картошечка жареная, она у меня не горелая, нет. Хорошая картошечка. И этот голубец. И хлеб. Приятного аппетита. Ну, еще водичка, не знаю, буду пить, нет. А то как некоторые, да, заходят. Ой, скорее хлеб, хлеб, хлеб на кухне и пьют. Ну, прям вообще. Приятного аппетита. Как видите, да, не горелая. А там, кажется, горелая. А, огурцы с помидорами забыла. Я сейчас суп варила. Вот это пожарила. Вот это сделала. Пока то все, глянь, села помидоры с огурчиками забыла. Ладно, обойдемся. Все, муфтек. Новый ракурс. Да. Что-то как на боку. Стол, кажется, да? Не? Попреть. А картошечка соломочкой нарезала. Ну и так быстро готовится. Он вкусненько, с пылу с жару. А. Перец вкусный. Он у меня, наверное, месяца три лежал в морозилке. Вкусненько. Да, за помидорчики я забыла. Ах, не хватает помидорчиков. Не хочу здесь отключать, чтобы потом через редактор. У нас сегодня очень тепло на улице, наверное, градусов 15. Я не смотрела на термометр. Но я так думаю. Тепло. Вкусно. Новый ракурс. Все белым-бело. Надо бы, конечно, здесь что-нибудь яркое, чтобы смотрелось красиво, да? Что-нибудь придумаем. Что-нибудь надо здесь какой-нибудь придумать такое цветное, красивое. То если дело в доме, а я в кухне села. Поэтому вот так. Вкусненько. Вы видите, моего Пети нету. Я ему сейчас грудку дала.
Он ее даже не доел. Много дала грудка. Думаю, ешь. Ну, что вы думаете? А у меня две комнаты в кухне, у меня две комнаты, там коридорчик. Там газ у меня четырехконфорная. Мойка. Стол. Стеллаж для посуды. Сюда понесла тарелку. Так он не доел мясо, бросил, прибежал сюда. Представляете? Мясо ест грудку, хорошее, вкусное. Он ее даже не доел. Галопом за мной. Так, я говорю, дружок, иди отсюда. Ой. О. Голова, три уха. Очень вкусно. Очень. В огороде там немножечко. Побродила. Да там пособрала палки-то, тут пособрала. Откуда что берется за зиму? Завтра вот этот перец буду сеять, который в магазине покупала, крупный. Друзья, у него стенка сантиметр у этого перца. Семечки посушила, надо будет посадить вот этого перца. Проэкспериментировать. Но Юля меняю, она говорит, я все время покупаю в магазине и сажаю. Отлично, говорит, перец. И Уралочка. Ну, Уралочка, она говорит, я первый раз хочу попробовать. Тоже, видно, у кого-то видела. Печка у меня уже не включена. Фитилек горит. На улице тепло. Уже выключена печка. Целый день выключена. И тепло. Скоро начнется жара. Ой, работы полно. И сеять, и сажать надо. Ой, и грядки делать. Много работы предстоит. Но я землю не перекапываю, потому что
Там все полезные бактерии. А очень много людей осенью перекапывают. Зачем вот это делают люди? Там полезные бактерии под слоем... Находятся полезные бактерии, агрономы не советуют копать. Ну вот осенью перекопают землю. Все полезные бактерии наверх вот так переворачивают, и все погибает. Я какой год уже этого не делаю. Специально такое приспособление есть. Они в огородных магазинах продают, садоводческих или в спрее. Круглая такая вот. И с ручкой. Выдавливаю, землю вытаскиваю, и туда сажаю помидор. И все. Ничего не копаю, землю. Не надо. Вот так. Напоролась я. Вот так наелась. И голубец. Ну, у меня было 3 небольших картошечки. 3 штучки было. Прям вот не крупные, а такие средненькие. Можно даже меньше среднего. 3 картошечки было. К соломочке полезла и на блиннице пожарила. Она не прилипает, не пригорает блинница. Очень удобно на блиннице жарить. Очень вкусненько я поела. У нас время сейчас 2:00 дня. Ну, на дзене, слава богу, у меня копеечка пошла. Не вау прям, хорошо, но... Более-менее уже пошла. Слава богу. Дождалась. Хлебушек надо доесть. Этот хлеб очень вкусный, я покупаю в киоске. Привозят. Очень вкусный хлеб. Вот такой. Вот прям его ешь, 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 и прям не можешь наесться. Очень вкусный. Обалденный хлеб. Я его прям могу даже без никого есть. Просто сидеть и кушать хлеб. Просто без никого. Очень вкусный. А еще знаете, как я люблю? Раньше так делали, мы детворой были. Маслом помажу. Можно растительным, можно сливочным. И сверху с сахаром насыпать. О! Раньше так делали. Да? Помнят. Моих годов помните. Мы все так делали. Ну, мы жили в деревне, у нас сметана была из-под коровы своя. Ложку мама поставит в литровую кружку в холодильник. Вот так вместе с ложкой переворачиваешь кружку. Вот такая была сметана, как сливочное масло. Намажешь сметану, с сахаром посыпешь. И побежали. Курочка моя приболела. Ну все, возраст уже. Она уже не кушает ничего, сидит и сидит. Надо думать, этим курочкам моим уже 5 лет. Представляете, несутся. Было 30 штук. 30. Потом меньше, меньше, меньше. Уже осталось 5 штук.
Ну, посмотрю, или цыплятами возьму, или осенью уже месяцев по 8, уже чтобы с яйцом было. Посмотрю. Маленьких не хочу. Я раньше все время брала маленьких. Ладно, друзья, это другая история. Пока. Спасибо, кто мне уделил 15 минут. До встречи.